Да, он сладенький. Долгожданная малышка в их семье появилась 18 января. О работе можно забыть как минимум на 2 года, говорит Виктория, если не найдет подходящую подработку. Тяготы семейного бюджета легли на плечи мужа. Памперсы, да, дорогие, кроватка дорогая, коляска, все это очень дорогостоящее, и, соответственно, эта помощь нам очень помогла. С нового года действует законопроект поддержки молодых родителей. Семьи, в которых в 2018-м родился или был усыновлен первый ребенок, могут рассчитывать на материальную помощь. Фамилия, имущество ребенка указывается. Очередность рождения пишем. Первый ребенок. В комитет соцзащиты с начала года обратились 280 человек. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на одного человека составляет чуть больше 14 тысяч рублей. В нашем регионе молодые родители будут получать чуть больше 9. Для получения ежемесячной выплаты необходимо представить следующие документы. Паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, доходы семьи за 12 месяцев, реквизиты счета в банке. Выплата назначается сроком на 1 год с момента рождения ребенка. Затем родителям необходимо еще раз обратиться в комитет с заявлением, и материальную помощь продлят на 1/2 года. На данный момент около 200 семей находятся на стадии оформления документов. Свою первую выплату Виктория Геращенко уже получила. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24.